Доброе утро! Вот и наступила пора цветения ирисов сибирских. Ирисы сибирские не относятся к группе бородатых ирисов, потому что у них на нижней части, на нижних лепесточках отсутствует эта щетинистая бородка, благодаря которой бородатые ирисы и прозвали бородатыми. Сибирские ирисы не так боятся переувлажнения почвы. Их можно сажать даже возле водоемов, где постоянно повышенная влажность почвы. Их корневища не знают, что такое ирисовая гниль. Они не болеют этой болезнью. Не поражаются также цветочки насекомыми. Например, таким опасным насекомым для ирисов бородатых, как ирисовая муха, жук-оленка, ну и все остальные вредители их не трогают. Этот сорт имеет вот такие узкие листики, поникшие. У этого сорта листья более широкие и прямостоящие. Высота этих растений 1,20 м и даже бывает больше. И что характерно для ирисов сибирских, после цветения, когда цветочки уже завянут и опадут, листва остается декоративной на протяжении всего сезона, до самых заморозков. Бывают разные сорта ирисов сибирских. Вот у меня зацвели пока что вот этот один сорт, самый ранний. Бывают розовые цветочки, красноватые, темные, белые, желтые. Это куст ириса сибирского, который закончил цветение примерно месяц назад. И вот какие коробочки образовались на месте цветочков. В коробочках находятся семена. Если под зиму их посеять в открытый грунт, то получите весной сеянцы. Сеянцы зацветают примерно на третий год. И можно получить совершенно новый сорт, который отличается от этого материнского растения. Это очень интересное занятие, посев таких растений семенами. А рядом вот находится куст, это ирис спурия. Здесь коробочки вообще шикарные, вот какие большие, и семена здесь крупные. То же самое можно сделать. Ну, не всегда руки доходят, конечно, не всегда есть время этим заниматься, но вообще это очень интересно, получать новые сорта растений из семян.